зовут Вова Гура, и цель этого видео — развеять миф о том, что в киевском метрополитене существует вагон с символикой Евровидения 2017. Я приехал на станцию Днепр, на которой был снят вот этот фрагмент. Сегодня я проведу здесь достаточно много времени, чтобы дождаться тот самый единственный вагон, который ходит в киевском метрополитене. Я понимаю, что здесь очень много шумов, но и все же мне нужно было это сказать. Давайте подождем и узнаем, существует ли такой состав или нет. Я провел на этом месте примерно 40 минут. Я не дождался вагон с эмблемой Евровидения 2017, но зато вагон с чемпионатом по хоккею я смог увидеть. Могу утверждать, что видео, которое я продемонстрировал вам в самом начале, является обманом. Такого вагона не существует. Если бы он был, я бы его увидел. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был я, Вова Гура. Увидимся завтра в новом видео на тему Евровидения 2017. Спасибо за просмотр. Пока-пока.